Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня на основании двух текстов, на основании сличения этих текстов, это Евангелие от Марка 15.25 и Евангелие от Иоанна 19.14, мы зададимся вопросом когда был распят Христос. В третьем или шестом часу. Проблема заключается в том, что в Евангелии от Марка говорится, что был третий час. Третий час ⁇ это 9 утра по еврейскому времени. Это 15, 15 глава, 25 стих Евангелия от Марка. А в Евангелии от Иоанна сообщается, что был час шестый, полдень по еврейскому времени, когда только еще судили Сына Божия. Это мы видим в Евангелии от Иоанна, 19.14. В таком случае распятие передвигается на гораздо более позднее время, чем определено Марком, какое же Евангелие дает верные сведения, указывает правильное время. На самом деле прав и Марк, прав и Иоанн. А трудность возникает в связи с тем, что использовалось две системы времени. Это римская система времени, привычная для нас теперь, когда день начинается и отсчет часов с 12 часов ночи. И оканчивается в 12 часов ночи при наступлении следующего дня. А еврейское время, еврейский день, начало отчета часов, начинается с 6 вечера и продолжается до 6 вечера. Как у нас службы всеночного бдения, когда мы начинаем уже праздновать какое-то событие, они происходят не в сам день праздника, а под праздник. Под праздник. Таким образом, никакого противоречия здесь нету. Просто в одном случае, с учетом адресата евангельского текста, ставится указание на еврейское время, на еврейские часы, а в другом случае на римское время и римские часы. В советское время, кстати, считали, что это как бы явное противоречие. В Евангелии выходили разные атеистические книжки, брошюрки. Была такая объемная книга, она называлась «Спутник атеиста». И там вот как раз обращали внимание на такие несовпадения, не понимая, что на самом деле все легко разрешается, если мы начинаем понимать, в каком контексте и для кого писался тот или иной текст. Друзья, подписывайтесь на библейский портал XGET, чтобы вам вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись. И поделись этим видео.